Всем привет, с вами SteveProи сегодня покажу вам текстуру пак под названием FindTool для Minecraft Pocket Edition. Разрешение этого текстур пака 64 на 64. И это означает, что текстур пак выше маленько стандартных текстур Minecraft. Ну что могу сказать о текстурах? Текстуры очень прекрасны. Вы уже можете заметить, что трава очень стала четкой. Также стали четкими деревья. Можно сказать, то, что они почти уже настоящие. Осталось добавить только шейдеры и все. Также очень стало красивой листва вдалеке. Давайте рассмотрим мы деревню. Песок тоже очень сильно изменился. Даже изменилось стекло, лава, вода. И это я вам покажу вам позже. Вот такая стала красивая дверь. Сразу вам не советую скачивать тем, у кого слабое устройство. Если у вас лагается Minecraft, то даже не думайте скачивать данные текстуры, так как у вас просто будут жуткие тормоза. Ну, давайте рассмотрим лаву. Лава тоже поменяла свои свойства. Ну, давайте это незаметно, так как она прозрачная. Вот. Так. Давайте посмотрим некоторых животных. Ну, допустим, цлот, но он у нас убежал. Давайте посмотрим жителя. Житель сразу видно то, что изменился. Изменилась его текстура. Также изменился факел. Давайте рассмотрим. Даже изменилась картошка, пшеница. Просто стало все очень красиво. Это даже невозможно вообразить, как очень красиво. Вот. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.